Всем приветики! Сегодня я хотел бы показать вам, что делать, если у вас есть два видеоролика, но из одного вам нужно взять видео, а из другого вам нужно взять звук. Вы первым делом добавляете в Sony Vegas ролик, из которого вам нужно взять видео. А для того, чтобы, когда нас спросят, применять ли настройки видео из этого видео ко всему проекту, вы согласились, и оно настроило ваш проект по этому видео, потому что вы будете брать видео именно отсюда. А потом добавляете ролик со звуком. После чего вам нужно отсоединить отсюда звук и удалить его. Отсюда видео отсоединить и удалить его. К примеру, здесь звук вот такой. Вы можете забрать у меня дом. А здесь звук вот такой. Вы можете забрать у меня дом. Ну, явно, что здесь получше, как бы. Нажимаем клавишу U, видно, что звук отсоединился, удаляем его. Здесь нажимаем тоже клавишу U. Ну, то есть вы выбираете видео, либо звук, либо видео, в зависимости от того, что вам надо. Нажимаете клавишу U, видно, что видео отсоединилось. Удаляете видео клавишей Delete. Затем подгоняете все под настройки своего видео, ну, под длину своего видео, чтобы все было одинаково. Соединяете это все дело. И затем. Ну, там вы уже делаете так, как вам нужно. Я это сделал таким вот образом, просто растянул. И когда видео готово, вы можете забрать у меня дом. Ну вот, оно уже получше стало. Не забудьте дорожку вот эту вот. Это граница как бы видео. Поставить именно вот так. Потому что если она будет стоять дальше или меньше, то... Да, так будет и идти видео. То есть, если дальше, то оно здесь закончится, и дальше пойдет черный экран, и там оно все тоже покажет, либо оборвется здесь. Вот, после того, как выставили, нажимаете рендерить. Выбираете нужный вам формат и заходите в настройки. Переходите. Вам нужно настроить видео и звук, так как у вас видео и звук это два разных видео, ну то есть два разных параметра. То вы смотрите по параметрам исходных видео. То есть вот у меня вот есть два видео. И таким образом мы вот отсюда мы берем видео, настройки видео смотрим. Все сходится. Профиль высокий, 30 FPS, Full HD. А битрейт я ставлю больше, потому что при рендеринге он портится все аудио. Нам не надо отсюда, потому что у нас другого ролика. Переходим к аудио и настраиваем по этим параметрам. Видим, что здесь 44 килогерца. Выставляем 44. А битрейт 320 килобит в секунду. Выставляем тоже 320. Все. Ну и все, когда оно применило, потом нажимаем рендерить. Но я рендерить не буду, потому что сейчас все начнет тормозить. Вот оно, вот в итоге у вас получается вот, что на выходе уже будет файл объединенный, то есть, ну, то, что сейчас на экране мы видим, вот это видео и этот звук, так оно будет и на выходе уже получится, именно этот файл с таким видео и звуком. Выходной файл, вот он, с такими параметрами, какие мы ему назначили. Вот, все, что мы прописали, и в итоге у вас будет... То, что вам нужно. Объединенный, ну, из двух видео вы сделали одно, получается, аудио со звуком, видео с аудио объединили, и получился такой вот файлик. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедово.